Все мое почтение, друзья. Сегодня, 3 июня 2022 года, появилась информация, что олигархи Казахстана из списка Forbes поддерживают Украину в этой войне. Россию не поддерживает ни один крупный казахстанский бизнесмен. 23% занимают нейтральную позицию. Вот как вы относитесь к той информации, что большая часть бизнесменов Казахстана поддерживает Украину? Это правдивая информация или все-таки не стоит ей верить? И вот хотел бы в очередной раз при такой возможности поблагодарить именно простых казахов, людей, которые всей душой и сердцем за Украину. Граждане Казахстана, которые поддерживают Украину. Алга, Казахстан, будьте счастливы, живите в мирной стране, процветающей. Я вам от души желаю этого. До новых встреч, ребята. Алга, Казахстан, слава Украине и живе Беларусь!